А.М. Максимов родился 21 января 1899 года в Казани. На театральной сцене дебютировал в 1917 году. В 1921-1924 году играл в антрепризе Е.М. Долина Когана во Владивостоке, работал в театрах Хабаровска, Кинешмы, Херсона, Житомира. В 1930-1935 году был занят в Новосибирском драматическом театре «Красный факел», затем с 1936 по 1940 год в Ростовского АТД имени М. Горького, с 1940 года актер и режиссер театра КВО, затем Львовского РДТСа, ныне драматический театр Западного оперативного командования Министерства обороны Украины. В театре Приква работал до смерти. Умер 24 мая 1965 года. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.